Will Papish сегодня первый раунд бо 1. Все остальные бо 3 даже финал. Эльф и Дима. Ну, Эльф и Дима — это просто праздник какой-то. То есть тебе дают расу, за которую, ну, ты бинды помнишь, по крайней мере, и дают героя, который, ну, самый универсальный просто. Да, бо 1. Все понял. Так, что у нас дальше там? Сейчас. ТГВ. ТГВ, ну создавай, чё? ТГВ. Ну, ТГВ один из лучших рандомщиков вообще. И лучше Хавка, и лучше Дайса. Я думаю, что ТГВ это... Ну, краб один создает. Блин. Ах ты пёс. Ладно, погнали. Ну, я пытаюсь... А, есть. А ты говоришь, сидел, матч смотрел такой. Да, подписывайтесь на ТГ. Давай на ГГ лучше подчеркнем. А, давай. А здесь, кстати, у меня не зарепортил чувак Луз. Ну, хорошо, что я админ. Я могу проставить, кажется. А что-то не представляется. Что-то не представляется. Может, вот как раз там перекрывают права. Я как участник, типа, не могу. Не, через техническое получается. Вот, у меня уже открылся чатик, соответственно, с ТГВ. То есть сыграть будет, вот эти вот нонеймы. Так, SE, DF... С ЕДФ. Я первым черкаю, да? Все равно, в общем-то, где играть. Ну ладно, давай. Давай FM минус FM. Ты хочешь играть два барака, да? Да не душите, ребят. Призовой уже 30... 40... 40. Да, это уже третий турнир. Минус ДФ, но ты две черкаешь. Что там по правилам? Надо его почмырить немножечко. Вон, дошел сигнал. Хорошо, минус ДФ. О, спасибо. Так, SE, TF, FC, VM. Я черкаю 2. SE, TF. Блин, что? SE, TF. FC, VM. Ну, короче, 1, 2, 3, да? А, кстати, он Devil's Forest чиркнул, видите? Он увидел просто, как мы на Devil's Forest разрулили и решил, что нет, не будет рисковать. Правильно. Мудрый ТГВ. Я-то Volcanic Mines, только не знаю совсем. ВМ. А, я одну черкаю. А, минус ВМ. Давай, минус ВМ. У нас же бот 3, поэтому. Какую первую? А какую хочешь? Твой лучше. Погнали. Да, утри, конечно. Ну, там зависит от того, с чего ты поддерживаешь. Так, ну все, давайте. Сейчас он поставит карту. Если честно, я тоже вижу первый раз. Это у нас Terrace Fields. Terrace Fields. Давай эту с кораблями. Да, гоу.
Надо вспоминать, какие сейчас стратегии есть. Но ТГВ, повторюсь, это один из лучших рандомщиков, в принципе, который есть. Так что мне повезло. Так же, как и с Демон Хантером, и этим повезло. Эльфы. Так, эльфы. Что мы можем сделать? Делаем разведку, во-первых. Крепимся, скорее всего... Блин, это корабль. Давай на эту зеленую тогда. Че по экспанду надо посмотреть еще вариант Fast Expo какого-нибудь. Недостаточно. Так, еще разок. Сюда висп, сюда на лес. Интересно, кто охраняет? А, тут с бараком мне покрепится. Без ближних респов. Он говорит, не уверен. Ну ладно. Карта большая здесь вообще, экспанд в приоритете. Вообще снизу надо эксп ставить. Сыграю-ка я через экспанд практически вслепую. Вопрос только, как экспанд ставить? Через второй барак или через эксп? Наверное, через эксп. Блин, я красную точку с бараком не смогу прокрепить. То есть у меня барак один получается, и он не особо участвует в процессе. Либо комбинацию какую-то сделать. Ну тут вода. Из-за воды получается беда. Здание готово. Из-за воды получается беда. Потому что правильно. Недостаточно золота. Требуется больше древесины. Не построить, Вадим. Я готов. Давай на этот раз только ты барак выкопаешь нормально. Слишком просто. Укажи мне путь. И смотрим на героя, видим, что он хуман, точно экспант. Хотя, блин, не факт. Он свой поставит. О, форсир. Топовый расклад тоже. Ну что, с фейсом пушить будем его. Ну, карта большая, ты не сможешь. Давай сначала, давай компромиссный вариант. И пуш, и экспант ставь. Причем сначала форсира прокрип. Давай на второй зеленый куда-нибудь сюда. Нон-стоп арчей. Здание готово. С точки сбора на ФС, а сюда сразу виспа. Собирай этих товарищей. Потом будем харасить и выходить. Делать эксп и выходить, да? Ставь сюда виспа на всякий случай. Думаю, ну, Вэлл сразу третий, наверное, надо ставить. Нет, подожди, давай лучше сначала нычку поставим. Мы можем нычку поставить сразу. Да, давай сразу базу ставить там. Ну, то есть форсир нам позволит и харасить, и экспанд ставить. Так что мы можем поставить базу так. Блин, не факт. Я здесь тролль какой-то злой. Я готов. Наши воины вступили в бой. Так, ну и футмен прибегает, окей. Мои глаза. Буду ставить нычку, что там футмен. Мои глаза открыты. Жду приказа. Твой ход. От судьбы не уйдешь. Наша священная роща осквернена. Я помню будущее. Арчу одну убили, две убили на крипинге. Жесткие ребята, тролли эти. Я помню будущее. Нужен мой совет. Ну, форсир побежал. Врачи идут лечиться. Надо сейчас сделать Т2. Надо сделать какую-то, не знаю, разведку, не разведку. Какую разведку? Вот сюда еще разведку сделать. Т2 пошел. Он видит, что я здесь, видит. Хорошо. Увидит базу. Недостаточно золота. Приказ понял. Арчи к форсиру. Я не увидел базу. Хорошо. А, он здесь с питлордом. Когда арчи возвращаются. Твой ага. Слово больше. Приказ поняла. Блин, а как отбиваться-то от него? Он сейчас же еще будет меня пушить. Слишком просто. Давай второй барак на всякий случай. Сам проверяю его нычку. Твой ход.
ни слова я больше. Помню будущее. Анычки-то нет? Или она здесь? Укажи в бой. Жду приказа. Не проблема. Я готова. Приказ поняла. Нужен мой совет. Пытаюсь приказ понять. Сила. Карту не знаю. Слышь, пока что просто бегаю. Человек простой. Мои жду глаза приказа. Открыты. Твой ход. Нужен мой. Ну что, где есть? А, туда не добраться? Это остров типа? Твой ход. От судьбы не уйдет. Хорошо. Ой-ей-ей. Жду больше приказа. Не проблема. Приказ поняла. Не проблема. Мои глаза. Хорошо, открыты. Приказ от поняла. Судьбы не уйдешь. Жду приказа. Нужен мой совет. Укажи мне путь. Так, больше у нас тут база готовится. Помню, не доконтролил. Так и будет. Здание Берегись. Готово. Так и будет. А, и сетка. Приказ поняла. От судьбы не уйдет. Да, нужен, что там, Хантерс Холл, магазин, второй герой обязателен. Форсиром надо крепиться. Но базы у него нет, и про мою он не знает. Это очень хорошо. Нужен мой совет. Так что крепимся, второй волк, все дела. Надо было этого бить. Хватит торчей строить, Михаил, успокойся уже. Ага, и он здесь уже. Здание готово. Так. Идем отбиваться на экспо. Что дальше? Магазин. Грейд на арчей. Точка сбора, алтарь. Вторые волки, перехватываем футов. Арчи подлечились, идем сюда. Твой ход. Мои глаза. Приказ поняла. Открыты. Жду приказа. Я помню. Минус фут. Будущее. Надо разведку бы сделать еще. Не уйдешь. По что он там пилит? Здание готово. Приказ поняла. Так и крепится. Если не сюда, то сюда твой получается. Кто по Хантерс Холлу? Хантерс Холл есть. С лесом все ок. Делаю Т3. Да заказываю виспов под следующую. Заказываю вторую лорницу здесь. Наши помню, ага, у него только Т2, значит, база все-таки есть. Нужен мой. Странно. Приказ поняла. Слишком просто. Второго героя так и не заказал. Мэна убили. Будем отбиваться от пита. Так, лорница одна, лорница вторая. Твой. Как бы мне отбиться от пита и... О, он же через мерков играет. Давай-ка сделаем... Твой ход. Твой ход. Жду приказа. Слишком просто. Укажи мне хорошо. Нужен мой совет. Приказ поняла. Не успел отменить, приказ к сожалению. Я помню будущее. Жду приказа. Укажи мне путь. Не проблема. Мои глаза открыты. А, два барака я сделал. Личевка. Что хорошо. Твой хорошо. Так, вторая лорница, что надо сделать? Надо решить проблему с лесом, я вижу. Здесь бы протектор построить, что он может меня разводить, я на скорости не успею это сделать. Крепимся дальше, пытаемся. И сейчас козочек пасем. Да-да-да, я понял тебя. Ой. Я так много всего теряю. Еще надо будет сделать. Что случилось в наших лесах? Надо сделать будет. Я люблю природу. Еще виспов. Нужен мой совет. И проверять его базу. Желательно будет так. Так, ботинки, ботинки, серклетка, серклетка. Точка сбора, ботинки, серклетки. Давай свиток еще сделаем. Ботинки. Надо проверять его нычком. Что произошло? Здание готово. Я люблю природу.
Так, здесь у нас встреча. Я помню. Давай, лечевку, давай. Массим дряд, надо supply блок скоро будет у нас уже supply блок, считай. Мои глаза открыты. Наши войны вступили в новый следующий. И проверять базу надо у него срочно, присрочно. Что произошло? Дрядку сюда. Да ладно, давай так. Только дряд не подставляем. Так. Кто еще? Мунвелл на 3, медведи. Какие ловкости, так себе. Да надо идти, пытаться навязывать. Под мэн с дефендом. Окей, давай сюда. Так, подрезали одного. Давай медведями пытаться его додушивать. Уходим из лимита. Ага, тут лодка и этот... А, лодка, и у него экспант на этом, да, все понял. А где лодку брать? Капец, вот здесь лодку брать. Теперь понятно, что на что он... Где он все это время был. Здесь базы нет, а вот дроп он сделан. Надо срочно покупать лодку. Передислоцироваться, делать грейд на медведя, леса не хватает. Делаем грейд на медведя, лодку пронумеровали, лодка поплыла. Пытаемся сделать дроп сюда. Футмен здесь вроде как ок. Ой, там очень много у него уже, уже хорошо он там. Угу. Ну, блин, лодка, алло. Что случилось в наших лесах? Я оставляю слишком много следов. Здесь так. А, и вышки там вовсю. Понятненько. Да, прикольно тут. Что произошло? Дрядки умирают. Я не знал, что... Так, а как я здесь могу вообще? Что-то могу сделать, интересно? Давай лодочку сюда, нам надо дроп возвращать. Дрядка, дрядка, вы сюда, медведи сюда. Ну а где медведь? А, медведь там все еще идет, да? А, давай так, что, гуляем один раз. То есть сейчас нужно дроп усилить медведями, получается, вот всеми этими товарищами, да? Попытаться там отбиться как-то. Ну вот сейчас на нычку пойдет. А мне нужно нычку защищать, получается. То есть сюда, сюда, сюда. Да. Что произошло? Нужен мой совет. О чем шумят деревья? Охота начинается. Пробую цепануть. Так, и теперь пытаемся к нему снова дропнуться, получается. Мои глаза. О, грейды делаем. Давай стопанем форсира, чтобы он восстановился, купился телепорт. Арбу надо было 100 лет назад покупать. Орб не хватает. Идем пешкарусом сюда. Лич пустой. Давай, пока не подошел сюда. Лича попробуем. Грейд такой. Грейд на атаку. Телепорт не взял я. А у меня и телепорта нет сейчас уже. Так, давай-ка попробуем, не знаю. Нет, медведи не справятся там на харасе. Что можно сделать? Попробовать следующую базу поставить.
Давай, дрядками. Дрядки, точка сбора сюда. А основная часть сюда получается, да? Он закрывает протектор. Наши воины вступили в бой. Так, сможем ли мы сделать дропчик? А магазин есть? Магазина нет. Магазин? Где магазин? Магазина нет. Ладно, кто с... А можно всеми, пожалуйста? Поехали, дропаемся сюда. Пытаемся здесь убиться. Возможно, будет контратака от него, поэтому протекторы ставим. Так, он на экспанде. Телепортируется. Это опасно. Перегруппировываемся. Что у меня здесь? Нет. Он ничем не телепортируется. Давай сюда, отряд. Да, заказываемся. Точка сбора тоже туда же. Все, пытаемся свалить. И вот так вот. Успели дропнуться. Блин, что, я ТГВ могу еще выиграть? Так, базы у него нет, это чиним. Надо проверить, где еще базы есть. Он вполне вероятно там восстанавливается. Ставим снова этого форсира. Только на этот раз берем телепорт, продаем эту и берем вторую арбу, которую лично передаем. Так, лич третий, хорошо. Проверяй еще базы. Тебе разведки не хватает, контроля карты не хватает. Проверь вот это вот, Так, медведи не забывай. Можно... А, и вот здесь можно прокрепиться, хорошо. Можно вообще на мейн к нему прийти, давай на мейн сразу. Не, у него там вышки, да пофиг. Он не факт, что успеет быстро дропнуться. Телепорт у нас есть? Есть. Арбулича передаешь? Передаешь потихонечку. Медведя в форму. Грейда продолжаешь делать. Давай сюда, сюда. Лечение раз. Лечение два. Давай сюда. И тут черепашка как раз у нас. Подблочь. А черепашка плавает. На мейн. Что еще сделать? Грейды. Третий герой. Рычи. Алтарь дальше. Да, у него еще следующая база есть. Нет, тут еще далеко до победы. Он сзади подтягивается. Два питлорда у него. Мне свитков не хватает. Этим медведем от сплэша. Так, леса не хватает мне. Форсир, пожалуйста, будь. Не хватает мне тут, чтобы добить. Да, питлорд, конечно, злой. Короче, у нас сейчас задача быстро убивать эту базу как-то. Если не убиваем, то это конечная, скорее всего. Да, я понимаю, что истощен. У него герой лучше. Ой, добил здесь. С красной... Ну, свитков не хватило. Да, еще идет этими. Капец, карта, конечно, просто адская.
тобой. От судьбы не уйдешь. Сейчас. О чем шумят деревья? Как я люблю его. Я не сплю. Слышно, мой скрежет. Репорт есть, меняем, короче, сейчас эту базу на ТП просто и все. Валим отсюда, гипсов надо добавлять. Нет, бей! Ой, дурак. Две гипогрифятни ставим. Треть. Да, я тыкнул не туда. Лич должен быть с маной. Дриаду тоже где-нибудь лечим. Медведи лечим, покупаем телепорт. Лечевка полная, дриады не полные. Что случилось в наших лесах? Так, пока что что? Пока что доделывает 3-3. А скоро деньги закончатся. Что можно сделать? Базу пытаться добить. Сюда какой-то дроп сделать. Но дроп надо прям полностью делать кем-то. Навязать сражение попытаться. Нет, скорее всего, сюда надо идти. На вот эту нычку. Но как-то надо против грифонов уже. Дриадами ты против грифонов особо не сможешь воевать. А можно магазин все-таки по дороге, а? 2 свитка лечения. У меня же есть... деньги, правильно? Первый свиток. Привет. Я помню будущее. Второй не хватает, к сожалению. О чем шумят деревья? Делаю гипосов. Не помещается лимит, убиваю дриаду. Наш рудник истощен. Поэтому сейчас база, которая вот у него работает, 2 штучки. Это прям проблема для меня. Пытаюсь напасть. Закидываю снова. Новый чайник. И телепортируемся отсюда. На этот раз я должен убить. Даже медведя стаханул. Хорошо. Сейчас под его грифонов я должен гипосами нормально попытаться. Так, только не так. Давай выкапывай. Делай вот так вот. Выкапывай, иди на красную, ставь здесь базу попутно крипса. Лича лечи, медведя спасай. Гипогрифов достраивай. Ай, бинды сбились. Ну я криво кликаю. Механики никакой. Что там по гипосам? Есть еще? Есть еще парочка. Хорошо. Парсира отводим. У меня нет телепорта только. Не буди во мне. Я помню, а телепорт надо брать. Чтобы веспо сюда перевести. Ага, он здесь как раз. Проси, что хочешь. Нужен мой совет. Проси, Парсир пытается взять эту точку. Бинды опять сбились, я дриад не пронумеровал. Сбил бинды. И у меня нижнюю базу убивает. Но нижнюю надо отдавать, друзья. К сожалению. Я сейчас уже не могу ничего сделать. А, я и так не могу ничего сделать. Эти защиты продаем, телепорт взяли. Эту базу поставить. Медведи опять тормозят у меня. Что произошло? Нужен мой совет. А что, я не доделал грейд, да? Не, доделал, хорошо. Давай теперь пытаемся сюда веспов. Надо посражаться с ним по-хорошему, чтобы лимит скинуть. Идти восстанавливать базу внизу ориентировочно, хотя посмотреть надо, сколько там золота осталось. Я не знал, что здесь стало вообще на карте. Давайте посмотрим. Что произошло? Ага, он здесь. И красную точку крепит. Привет. Бладласт. Что произошло? Будущее. Что мы делаем теперь? Проверяем еще вот эту базу, восстанавливаем сейчас нычку, пытаемся здесь начать добычу, потому что это последнее, что у меня есть. Ставим разведку. Мне все еще кажется, что медведя забыл. Протекторы перекапываем.
с Мейном. Здесь нельзя пустить кожу. Все можно. И вот на эту базу. Тогда мы один в один типа будем играть, еще терпимо. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Так, хорошо, шестого здесь можем поймать. Поймали. Так, и он наверху. Телепорт у меня есть. Он идет сюда. За эту базу я должен вписываться. Вопрос, делать телепорт или не делать. И вроде как пешком успеваю. Нормально. Так, рык не забыть. Мелочевку подъезд. Клич пятый получит. Клич пятый, третий новый. Это хорошо. Контролировать карту лучше надо, конечно же. База работает. Сейчас мы играем все еще 2-1. Думай. А что думать? Я не знаю, что делать. Надо проверять. Вот, надо ставить вот здесь, вот, видимо, свою базу. Проверять остров. Но не надо проверять остров. И идти вот здесь вот сражаться с ним. А он не хочет, чтобы я с ним сражался. Вертолеты достраивает. Лечь мне против вертолетов не поможет, к сожалению. То есть он здесь атакует, там пушит, да? Хорошо, тогда мы делимся. Гиппогрифов тут оставляем. Основную армию сюда. Или все-таки попробовать ему... Давай-ка сюда трех медведей отправим, четырех. Потому что он явно меня собирается развлекать. А экономика у меня плохая. То есть здесь мы будем воздухом отбиваться. Тут мы попробуем частью армии отбиться. А здесь у нас медведи побегут. Ставим базу. Что произошло? Привет. О чем шумят деревья? Да ну брось. Я оставляю слишком. Там такой сплэш, трындец просто. О чем шумят деревья? С радостью. Я помню будущее. Так, здесь на холду ставим медведей. А он туда телепортируется? Не, не туда телепортируется. Здесь на холду ставим медведей. На холду говорю. Так, он стопэшился. Я бегу сюда. Здесь мы убираем рабочих. Убрали. Хорошо, ушли. Гон грифонами, скорее всего, сюда летит. Медведь даже выжил у нас. Уже в пути. Группу делаем общую. Что еще? Здесь защита есть? Ага, вот медведи перехватывает. Да, грифоны перехватывают. Ой, голем, ой, он там, наверное, разожрался. Свитка у меня есть, один свиток, делаю свиток. Рычу. Эти. Кто еще? Так, так. Форсир с эрсквейком. Воздух вроде справились. Здесь так. Так, так. Так. Спасаем лича, надо аккуратненько. Там еще Дум. Еще прекрасно. Нет, я здесь не могу справиться. Отступаем. Так, что делать? Достраиваем, надо продакшн сделать. Надо здесь сделать 5 виспов. Надо здесь достроить виспов, у меня производства нет. Возвращаемся, 60 лимита. Наши воины вступили в бой. Ну, можно было стопануть, попытаться. Но лич уже слишком далеко. Я люблю природу. Да. Превращаемся, пока что штампуем дряд. А что еще штамповать? Лича лечим, медведи реджувятся. Штампуем пока просто дряд. Добавляем так, добавляем так. Тут бы протектор сделать, кстати. Лич полный, полный. Ну, как бы не стыдно, да? А, и мне еще винды нет. Я не могу крупных... А, слушайте, может быть наемниками воспользоваться? Это ШТР формат, здесь наемники есть, я слышал. Ерунда какая. Медведи точно не надо делать вообще больше. Я помню, что я могу? Я могу с Эрсквейком сюда прийти. Прекрасно.
Да и СНДК тоже скоро будет. Медведи пока прячу сюда. Дриад просто штампую нон-стоп. Варианты. Здесь уже нычка закончилась, скорее всего. Тут надо нон-стоп и прям виспы. Протекторы. Так, дриадок сюда. Делает разведка, делал Earthquake. Там поем дриад с точки сбора пока что сюда. А там полный хаос какой-то. И он на нижнюю базу сейчас пойдет. А у меня тут только один протектор. Так, ладно. Кто тут? Нормально? Так, хорошо. Лечевку сюда же. Ой, там камень. Беги, родной. Просто беги. Пытайся спасаться. Да, делаем кос. Здесь протектор. И лич должен врываться, новый кастовать. Чувствую, DSNDK. Нет, рановато, он не сможет убежать. Форсиру восстанавливаем. Грифоны летят, это ок. Что произошло? Мои глаза поклялся служить неразумно. Третий герой, может? Открытый. Я люблю природу. Это уже эти полностью, да, давай третьего героя. Что произошло? Арба есть. Все, и снова с Расквейком сюда бежим. У него базы в другом месте, скорее всего, нет. Мои глаза. Ага, вон он здесь уже. Проси, что хочешь. Ну давай, блин. Что медведи коцает мне. Под протекторами должен стоять, улыбаться. Медведи куда-нибудь подальше отправить. Форсира в обход. А давай этого убьем, чего? Нам его выгодно, типа, попытаться. Блин, там инфернал уже куплены. Блин, кайтись надо, наверное, здесь все. Бестмастер, капец. Это, конечно, провал. Там такой сплэш, мама, не горюй. О, минус. А чё ж ты не контролишь ТГВ? Это же вроде киберкотлета. Мне-то ладно, можно. Там, видимо, став КД был. Големчика надо пытаться забирать. Минус големчик. Этого сможем штрафануть? Давай, Миша, доби! У него телепорта нет! Ааа, ТГВ! Ой! Ой, кайфулечка! Ой! А кто это сделал-то? Ёп, РСТ, бобёр, который в соло не играет 10 лет. Ой. Все, наказываем базу ему. Шок-контент. Плюс ток с ЧСВ, да, с СВЧ, это вообще 100%. Я зазнаюсь. Меня не остановить будет потом. Блин, медведи, конечно, надо бы добавить, а то лечиться нечем. Вообще, это последняя его база. Он выкупил героев, у него может быть очень хороший этот. Блин, бедный ФС, просто его сплэшем так... Так душит. О, телепорт, тихо. Блин, лич, нет. Назад. Нет, не время отдаваться, Михаил. Лич домой, это домой. Стефани медведя. Стефани и пешком. Аккуратненько, только поверху. Здесь можешь еще там штрафануть его немножечко.
Только не увлекайся. Этому форсиру. Форсиру бы дать эту. Лечевка, беги. Надо встречать лечевку. Он ее собирается убивать. Не, еще не все. Надо здесь восстанавливать базу. Надо свиток купить. Дриад намасить дальше. Форсир стопанет лича. Лич вернется. Просто армор ни разу за игру не использовал. Но маны нет. А какой смысл? Как медведь лечись. Форсир пошел сразу сюда. Эрсквейкать, да, получается? Не, давай сначала волки. А ты и вот так вот, наверное. А вы пока лечитесь. Раз. Ага, не пропустят его, похоже. Блин, волки позорные. Надо еще магазин зайти. Блин, где магазины здесь? Я как... Мои глаза открыты. Наши воины вступили в бой. Я это предвидел. От судьбы не уйдешь. Блин, там койлами закидывают. Не, еще не все. Мои глаза открыты. Так, форсира есть, если что. А, да, да, о, точно. Там же койлы высокоуровневые. Не-не-не, это еще не все, ребята. Вообще далеко не все. Нам нужны медальки. Нам нужно восстанавливать ФС. Нам нужно отправлять дриад вот сюда, раз, два, три, на развод. Восстанавливать форсира. Закупать хорошенько. Потому что отваливаться сейчас будут только так. Мунвейлы нужны дополнительные. Ё-моё. Базы восстанавливать. У меня там, между прочим, у меня тут беда. Телепорт, телепорт. Телепорт сюда. Я поклялся служить неразумным. Запас. Капец. Там минус бист. Дриадки умирают. Да ладно, я не справлюсь с ним, что ли? Не справлюсь, похоже. Так, тяни, тяни. Возможно, на разводах получится еще. У него база же не может нигде быть? Не может быть нигде база. Хорошо, тогда сюда иди. Возвращайся. У тебя нычка есть? Есть какая-то. DSMDK. Медведи, капец, страдают. Все, минус база. Пытаемся спасти лича. Ёшки-матрешки. Ладно, беста восстанавливаем. База у нас одна есть. У него не одной, но у него герои топейшие просто. Просто топейшие. Что делать? Восстанавливать нычку здесь 100%. Качать ФС, а третьи волки по КД вызывать. Не давать ему эту базу поставить. Здесь, соответственно, лечевка. Форсира проводим. Волками пытаемся его. Так. Дриадка под ультой. Это жесть просто какая-то, да. Он здесь вполне может меня... Да я не это самое. Мне, видимо, эту базу надо как-то кайтить. А и можно подлечиться? И дрядами пытаться здесь отковыряться. Но это сложно. Так, давай, вызывай волков. Снова побежал сюда. Мои глаза открыты. Здание готово. Я люблю природу. Так, и что там? Все плохо. Я Бестмастер выходит. Должен мой.
База работает, это восстанавливаем, тут дозаказываем. Волки бегут. Что нас ждет? Мои глаза. Какая грязь. Но добычи у него нет. И похоже, что не будет. То есть мне нужно просто здесь отбиться. Как отбиваться-то? Ну как, закидывать? Закидывать снова, закидывать, сплитить дриад, пытаться... Время работает на нас. Стадо коз. Что произошло? Я это предвидел. Здесь может быть база, у него надо проверить. Для этого нужен воздух. Из заказом 4 висков. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Проси, что хочешь. Что значит, наши леса убили бой? Так, ну да, у него ничего не осталось по добыче. Еще можно пытаться его возвращать на базу через ульту. А то есть брать ФСа, но нужен телепорт. Брать телепорт. Еще один висп. Сколько здесь осталось? Не осталось почти ничего. Подожди, я лодку уже могу сюда отправить, чтобы посмотреть. Наша священная роща. Давай-ка не будем тратить. Наш рудник истощен. Да, это минус база. Здесь ничего нет. У него нет базы, друзья, у него нет базы. Так, окей, какой план? Взять ТП и идти в бейстрейд, да, получается? Я же в лобешник не могу пока его выиграть, правильно? Правильно, мне надо его развлекать. Поэтому приходим сразу сюда, DSMDK, телепорт и побежали. Здесь дозаказываем, надо, да, и он как раз тут. То есть и форсир, и этот, и вся армия вообще должна сюда у меня бежать. Что дальше? Дальше сразу виспов на восстановление этой нычки, здесь задиспелить бы. DSMDK, Earthquake. Добыча близко. Проси, что хочешь. Восстанавливаем базу здесь аккуратненько. Интересно, телепорт есть или нет? У нее нет телепорта. Давай тогда быстро еще. Останется потом убить только этот. Перекапываться куда? Хрен знает куда. Лучше, наверное, даже сюда. И здесь лучше не рисковать, потому что динамика у нас положительная. То есть база у нас одна есть, вторая сейчас достроится. Я должен его от ульты до ульты разводить, учитывая, что у него нет телепорта. То есть он придет, сейчас мы делаем телепорт, восстанавливаем вся, и вот он подходит. А, давай сразу сделаем сейчас телепорт. Прямо вот вместе с дриадками, чтобы... А, останется. Все нормально. Ну, две дриады, хорошо. Что случилось в наших лесах? Так, дальше что? Еще же есть остров. А как мне остров убивать? У меня корабль есть. На остров можно дропнуть сразу форсира. Но не можем сразу дропнуть, потому что телепорта нет. Идем, покупаем телепорт. Форсиров телепорт, вот этот кусочек Earthquake'ом закидываем, а остальными возвращаемся на мейн к нему. Получается так. Так, форсир, аккуратнее только, пожалуйста. Телепорт в эту. Вы пока здесь. Вот так вот. Форсир сюда, да, дропается. Главное, чтобы он доехал, а то же, может, его пробьют. Дерево идет. Проверить базу слева надо еще. Вот это вот, он мог ее восстановить. Теоретически мог, маловероятно, но лучше проверить. Что случилось в наших лесах? Охотно. Угу, да, он здесь. Добрыча, что хочешь. Форсир пока тихой сапой куда-нибудь сюда дропается, да? Что произошло? Вообще не должен здесь сражаться с ним. И не сражайся, все, у тебя форсир на разводе. Персоналочку бы еще сделать. Отбиваться будем на мейне. Тем более нам незачем здесь сражаться. Ни за что. Форсир пошел Earthquake делать. Ушатывает это.
Может, мы персоналку Личу возьмем? Где у нас там магазин? Ты достался с магазина, давай вот сюда. Парсир должен справиться, я через шип делаю этот. Проверяем базу, у него нет, ставим сами базу. Покупаем здесь персональный телепорт и покупаем обычный телепорт. И Лич бежит Death and Decay на мейн. Все, здесь фарсир справляется. Нужен мой совет. Добыча близко. Что нас ждет? Так, хорошо. Я помню, фарсир возвращается тоже домой. Сюда. И с волками идет сюда. Он пока у меня на мейне. Я должен здесь как бы избегать сражения вроде как, но... Да, избегать сражения. Тут главных героев нет. Короче, забиваем, оставляем ему этот мейн. Сами идем понизу на базу. Что еще, что еще, что еще? Где ты можешь что сделать? Ты можешь виспа взять в этот, на лодочку и вот сюда дропнуться. Давай сюда виспа. Так, ты сюда бежишь, Лич тоже помогает. Расквейк. Ультрабанан поддержал ваш канал на 500 рублей. Спасибо, Ультрабанан. Хорошо. Уходим. Лича жалко. Он может еще справиться. Мне нужно виспов делать, мунвелла делать. Наши воины вступили в бой. К твоим услугам. Ой, нет, нет, нет. У меня там ничего не осталось. Открылся! Открылся! Последнее здание у ТГВ! О, этот фарсир? Ай, мимо просто прохожу, не обращай внимания на меня. Бестмастер сюда. Он понимает, что по его душу я иду уже. Что по последним зданиям я иду. Блин, надо перевызвать. Ой, я ж фарсира здесь оставляю. Меня ж фарсира убивают. Опасненько. Что делать, что делать, что делать? Лич. И Лича нельзя возвращать, да? Надо Лича здесь восстанавливать. Покупать фарсира. Блин, еще не все. Еще вообще нифига не все. Пачка коз. Давай сюда, их не закидают койлами. Фарсира выкупить, мануэлов настроить. Что случилось? Козочка опять. Я поклялся. Не, надо было лечом сюда идти. Выкупаем ФСом. Передаем став. Передаем, говорю, став, алло. Что произошло? Мои и стремимся к нему. Привет. Нужен мой сын. Кто нас ждет? Что случилось в наших лесах? Нужен мой совет. О чем шумят деревья? Я помню наша священная будущее. Роща осквернена. Лич Death and Decay. Привет. Что случилось в наших лесах? Что хочешь? Я поклялся служить. Я помню будущее. Наши воины вступили в бой. Не лгу. Наша священная роща осквернена. Так, и здесь у нас тоже проблема. Что делать? Наши воины вступили в бой. Мои глаза
Последнее здание душим. Что делать? Что случилось в наших лесах? Нужен мой совет. Тут минус мейн, к сожалению, у меня. Наши воины, я помню, что хочешь. Нужен мой совет. От судьбы не уйдешь. Я помню будущее. Пытаемся уйти, но лечения нет. Козы не работают. Может быть, мне купить кого-нибудь, какого-нибудь наемника, а? Ой, свинья, не туда. У него осталось последнее здание. Надо на волках его душить. Так, и он здесь, Мунвелла меня увидит. Ладно, давай тогда попробуем Мунвеллы помочь. Здесь все равно не отбиться. Надо к наемникам сходить, хотя бы разок их купить, блин. Лечу автокаст. Пришел к наемникам. Ну, волков вызываем, вот это здание нам надо убить. Да вообще такая игра. Я даже не хочу с ним дальше играть, потому что он такой псих. Я еле-еле, он выкручивается туда-сюда. Да, сейчас мы купим что-нибудь. У нас будет как раз сейчас возможность одного жирного моба взять. Надо посмотреть, кто там есть. Га-га-га-га! Ребята, вот после этого бобра, который там 10-15 лет на пенсии, можно это самое. Вопросов не задавать. Как? Сложное, долгое, там 30+, решение внутри. Да, классный фарсир, да, топовый лич, да, эльфы. Но, ребята, я соло не играю. Бзан 64 подарил 3 премиума. Спасибо, пацаны.